Всем доброе утро. Мы сейчас с Катюхиным позавтракали. Я помыла голову, уже нанесла белорусскую маску. Так, какие у нас на сегодня планы? Планы у меня такие, что я покрашу брови, приведу их в порядок. Вот. Надо сделать маникюр. Поедем мы на маникюр. Они отросли, и мне уже мешает длина. Очень длинная длина, и мне неудобно чуть-чуть. Так, дома я вчера в 10 часов ночи я все убирала, я все поубирала, чтобы не приехало ко мне 100 таджиков. Но я смотрю, парочку остались, потому что я смотрю по нашей комнате, там все-таки придется мне поубирать. И в Максимовной два там, два там. Так, дальше, что у нас? Сегодня всю ночь, вчера вечером всю ночь, и сейчас идет снег, а снег мокрый. И когда мои козявушки спали, я выходила чистить во дворе снег. Но, знаете, неудобно настолько вот его чистить, когда, вот знаете, сухой снег очень легко раз-два, а это мокрый, очень тяжело. Но вечером еще придется выходить и чистить снег. Так, что еще? Вчера мы ходили вечером в магазин. Я заходила в Фикс Прайс, хотела посмотреть что-то интересное, но ничего я интересного там не нашла, поэтому не стала вам показывать, что я купила. И зашла я в Дикси специально, чтобы купить тыкву. А тыква мне для чего? Правильно, чтобы сделать тыквенный марафон. А кто мне передал тыквенный марафон? Конечно же, Алена. Алена, тебе большой-большой привет и большое-большое от меня спасибо. Вот. Так что в скором будущем ждите от меня тыквенный марафон, если хочет так сильно кто-то принять в этом марафоне, вы напишите мне в комментариях, мне будет даже легче от этого, если вы захотите принять в этом марафоне. Вот, и я тогда, когда сделаю свой марафон, я передам вам, мои хорошие, это тыквенный марафон. Вот, это если кто, у кого есть желание его продолжить, то, пожалуйста, пишите, я вам передам его с удовольствием. Так, дальше, что за планы? В принципе, все, планов у меня никаких нету. Что там? Что там? Катюхин у меня еще не расчесывалась. Мы только встали, позавтракали уже, я вам говорила об этом, да? Говорила? Я знаю, что я вам об этом говорила. Так что сейчас пошла я красить брови. У меня все как всегда, как в лучших Лондонах, Парижах. Короче, вот моя вот такая вот штучка от Estelle. Краска у меня коричневая Rococolor. Краска для бровей и ресниц. Вот такая вот. Извините, все, конечно, у меня не чисто. Это же... Я вообще не знаю. Аж стыдно. Простите меня, пожалуйста. Палет вот такая проявляющая эмульсия. И что самое главное? Та-да-да-да! У нас же две хозяйки, да, дома. Я и Катя. Ну, наверное, одна хозяйка у меня забрала палочку, которая мешает и которая красит брови. Поэтому я буду делать вот таким вот этим. Ну, короче, ухочисткой. Вот так вот. Что я делаю? Ой, упала. Что я делаю? Сейчас это я сюда это выжму. Так. Конечно, тут хватит на 100 бровей. И я сейчас буду костявая. И чуть-чуть. Бульк. Все. И это я все перемешаю. Но накрашу я уже без вас, я покажу вам результат. Вот, потому что там, где я крашу, мне там больше нравится, больше света, и мне там некуда поставить камеру, если честно. Так бы, может быть, я вам и показала. А так останется секрет, интрига, расследование. Все, перемешала и пошла я наносить. Так, бровки я себе уже покрасила. Видите, уже у меня такие накрашенные брови. Вот. Так, брови я себе уже накрасила. Вот такая вот красивая. Надеюсь, будет еще лучше. Вот, почему я беру коричневую краску? Потому что я могу с ней ходить сколько угодно, и я не буду матрешкой, потому что такой эффект, по крайней мере, у меня с черной краской. Когда красишь черные брови, и получается я матрешка. Катюхин у меня упала с кровати. Так, а еще у меня такой вот случай был. А, зайка. Плык. Сейчас я подниму. Сейчас, заяц. Сейчас.
Вот, а еще такой у меня случай был, и почему я крашу дома брови, делаю коррекцию, я в парикмахерской, вот опять, видите, у меня мыслей много, а получается, рот быстрее бежит, чем мозги, вот, вот так у меня всегда. Сейчас по пунктам. А почему я крашу дома? Объясню. Один раз я была в парикмахерской, и мне накрасили брови, но накрасили брови, это вот серьезно, на пол лица, как у Брежнева. Я когда увидела себя в зеркале, я как вот, знаете, вот как потерпевшая закричу. Я говорю, что вы сделали со мной? А там при такой этот мастер, она такая немножечко чудоватая, да? А я, ну, я говорю, типа, вы мне сотрите, это очень много, вы мне лишнее, что ж вы мне сделали такие широкие брови? Я всегда говорю, делайте, как у меня есть, ну, ни больше, ни меньше. Хорошо. И она такая, девушка, девушка, тише, тише, не кричите, не надо, так сейчас я вам все сотру. И все, после этого случая я в парикмахерской не делаю, не крашу, только делаю коррекцию. Брови я крашу дома, тенями я не умею красить, а все, кто делает вот тенями, красят, все это красиво. Вам, девчонки, респект, молодцы. Как бы умнички, я не умею. Вот, мне легче развести краску, накрасить и вот чувствовать себя а-ля королева. Уже приехала сделать ногти. Нашего мастера зовут Анечка. Сейчас буду подниматься на второй этаж. У нее свой кабинетик. Вот, поэтому она сама на себя работает. И сейчас попрощаюсь на сегодня с моим френчем. И будут у меня другие ногти. Все, приехала я домой. Вот такой у меня дизайн ногтей. Вот такие у меня сейчас ногти. Вот я этот цвет обожаю. Один палец вообще переливается. Мне очень нравится. Вот. А! И вот тут по закоулочкам, Максимуш. Вот тут снежочек. И около ступенек, Мась. Май, я туда дойду. Хорошо, хорошо. Катюня, что ты делаешь? Машина, зачем она тебе нужна? Мы с папой брали, и туда снег ложили, и Катя перевозила. А, ну давай, достань, Максимушка, ты в перчатках возьми, пожалуйста, и достань, зай. Микаля! Микуня! Тебя не видно, одни твои глазки видны. Мама, да я. Сейчас, вон, Максимушка тебя перенесет. Вот, отлично. А Катька их собирала, да, потом вывозила? Потом. А-а-а.
Тут у вас все задумано? О, какая, давай, зайка. Вот моя девочка, умница, помощница. И Максимушка, мамин помощник. Вот, дожилась, дети уже помощники. Обалдеть. Я труженица, а Максим делает горку, а Микки... Микки! Э, бусинка! Вон Максим как горку идет. И что там? Самолет! Да, самолет, бойся! Да, снег. Микаша. Ой, ты бусинка моя. Микаша. Какая каша? Вот, молодец. Прикинь, неправда, так сделаем горку, и будет горка. Такая вун и поехал. Классно будет. Да, Бубончик? Вот моя девочка. И она трудится, Максу помогает. Ну, погода хорошая, да, сейчас? А сейчас шикардосная. Ой, называется, найдите Микки. Где Микки? Вы видите Микки? Это как загадка. Найдите кота уже кто-то. А, Аленка говорила, найдите кота. У меня найдите собаку. Где Микки? Снег.